Как у тебя дела? Так, блин, я тут вижу, что это тревога на Антарктиде. Какую технику они на нас сейчас сводят? До 25 числа хотят нас выбить. Приказ дан от этого, от американского руководства. Ага. Короче, тут техника сейчас ночами, днем едет, вот мы смотрим на них, пипец вообще. Ага. Не знаю, очень народу не сыграл. У нас команды спорты, уже четвертый командир взвода, все меняется. Люди убивают. Ага. У нас людей вообще уже не осталось. Так нечего, везде все обещает нам какую-то хрену. Ну да. А, и есть нечего, да? Ну вот и должна там передать и тушенку, и кашу, там все, вкусняшки какие-то там, ну не знаю, ну, короче, что они там... Нам эта еда, нам лук, чеснок нужен, самое главное. Я и написала, чеснок, сало и вот эти сосалки, все должно было, вот должно было. Да, а это каши, доширак только, нам каши не нужны. Я тут завис на такое говно, эти каши уже жрать невозможно, наверное, полтора месяца жрем каши. Да я поняла уже, Сергей.